Что-то мне говорили по поводу уйти хочешь или что? Да не, наше командование уехало. И, короче, не уехало, а побросали оружие. Говорит, мы воевать не пойдем. Их будут менять. Если их не поменяют, то, короче, нас отвезут домой. А, вон как. Один из начальства вообще в России съебался. Начальство, это кто кого-то мечтал? Вашего командира или кого? Да, 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 из наших. Из 4-го БТР. Охуеть. У тебя дантист, да, и кто еще? Дантист говорит, я вообще не пойду воевать. У меня, говорит, сердце. А, у него сердце. Потому что он молодой для сердца. Ну, видишь как. Вот такие дела. У тебя сердце, я тоже поделу лично. У кого-то оно, и у кого-то еще что-то. Ну, если так, то оно и так, господи. Что не делается, только лучше. Значит, домой быстрее придешь. Так как ты там не вздумай никуда не уходить, ничего. Не-не, я даже... У тебя документы... У тебя... А? Не-не, ты что? Если будут возить домой, то, блядь, я лучше домой приеду, блядь, а там больше хуй вернусь. Мы нигде не числимся. Нигде. Поверь мне, нигде не числимся. Как сказал, блядь, командир Русаков, мы здесь мясо. Отвлекающий маневр. Нас нигде, даже в России мы не фиксируемся, что мы здесь находимся. Охуеть.